Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как можно сделать своими руками вот такую маленькую мини-розочку. Она у меня будет на шпильке, это будет аксессуар для волос. Но начну я с бутона. Бутончик я уже предварительно сделала из фоамирана, точнее из кусочков зефирного фоамирана. Вы же можете сделать, например, вот такой бутончик из фольги. Лепестки я буду делать из зефирного фоамирана, нагревая его на утюге и буду растягивать, тем самым я его истончаю. Ну а теперь нарезаю квадратики. Я сделала так, что моя полосочка с одной части она у меня получилась чуть меньше, а с другой она у меня чуть побольше. Тем самым у меня будут лепестки первого ряда маленькие, а второго ряда побольше. Теперь из квадратов я вырезаю лепестки. Перехожу к сборке цветка. Склеивать я буду все на секундный клей. У лепестков второго ряда я подкручиваю края. Роза готова, перехожу к чашелистикам. Чашелистики буду делать из иранского фоамирана. Ягодки я буду делать из холодного фарфора. В дальнейшем я его окрашу масляной пастелью. Ножку для розы и листа я делаю из проволоки, затейпированную зефирным фоамираном. Окрашиваю ее масляной пастелью.
Собирать все элементы, розу, листочек и ягодки на шпильку я буду при помощи нитки. В дальнейшем я проклею все секундным клеем и при помощи термотрубочки я все закрою, все неровности. Вот такая мини-розочка у меня сегодня получилась. Как вы понимаете, цвет розы ягодок может быть разнообразный. И, кстати, белые розочки очень хорошо смотрятся с разнообразными цветами. Очень красиво смотрятся вот такие комплекты. Кстати, гортензии я делала в предыдущем видео. Если вы не смотрели, обязательно зайдите посмотрите. Ну, а я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно и полезно. Оставляйте, пожалуйста, ваши лайки и комментарии. Всем пока-пока!